Вот это самые задротные игроки Питера. Слева USA с сумкой. В сумке у него стик. Справа то-то. С сумкой. В сумке у него, не знаю что, слимовая PS2. Мы идем к Шаке. Посмотрите, какая тут природа охеренная. Ну, дома не относятся, конечно, к природе, но всем насрать. Так, сейчас я попробую догнать наших суровых бойцов. Типа, возьму у них интервью. Господа, господа, подождите меня, интервью хочет народ у вас. То-то, как главный организатор питерских чемпионатов, что можете сказать про уровень игроков СК-3? Потрясающий. Да. По поводу стритфайтера. Стритфайтер, как чё стритфайтер? Нормалёк там, все дела? Конечно, все нормалёк. Приедем в Москву и всех порвём. Ну да, я согласен, да. То-то. По поводу Текена. Как уровень игроков в Питере? Мы тренируемся. Ладно. Ну-то ты лицо попроще, все будет хорошо. Так, ну ладно, идем дальше. Идем, дорогие друзья, к Шаке. Шака живет там где-то далеко. Там где-то далеко. Примерно 7 часов пешком идти еще осталось. Он живет за границей города. Машина? Бегом, перебегай. Тихо. Гонщик Спиди. Так, идем. Все нормалек. Дом красный, фиг знает, что он тут делает. Ой, бред. Я, в общем, сейчас. Не видно, да? Не, видно, сколько времени. Очень рано выбрались к Шаке. Погода ветреная. В нашем прекрасном городе всегда холодно. Потому что мы рядом. Как его? С Финским заливом находимся. Можно перейти через залив, и там финны. Натечка, блин, у меня течет. Вот она. Финский залив. Ну, такие города показывают, где Финский залив. Давайте посмотрим внимательно. Там где-то Финский залив. Да, там где-то. Мы верим нашим суперпрофессионалам. Так, ну идем дальше. А у тебя на каких карточках работает? На каких карточках? SD, наверное. Yeah. У тебя много времени? У меня 512 карточек забыл. У меня тоже. Сейчас запишем видео, профессионально. Трехчасовой фильм, как шли к Шаке. В основном будет записана дорога и как идем вперед. Да. Кстати, кот не этот, не... Чего кот не это? Потому что, мало ли, москвичи приедут ночью, побьют Шаку. Побьют Шаку ночью. Злые москвичи, да. Кто их знает? Не символичное движение вперед. Как наши пациенты. Тут расскажите про вообще, как у нас файтинг комьюнити идет. Давайте двигаемся вперед и типа базарим. Мы растем с каждым днем. Мы набираем. Я подрос на 2 сантиметра за последние полгода. Потрясающе. Ну, мы видели то, он все знает. Так, сейчас нам перед нашим взором предстанет великий болид Шикашу. Это Ferrari F50 Second Edition. Можно посмотреть, насколько она обладает аэродинамическими показателями. Так, вот мы идем к Шаке. Добро пожаловать к Шаке. Так как там темнота, я вырубаю запись.